Основное замера, толщина стенки 0,69-0,68. На предыдущем замке толщина стенок составляла 0,54. Отсюда 1,26-1,27. И также на предыдущем замке в перетертой части было 0,59, а в самой толстой... Ну, это для сравнения к предыдущему замочку, то, что обещал скинуть параметр. Так, теперь делаем кольцо. Здесь вот я уже его согнул. Сейчас будем вырезать. В общем, перед пайкой я снял пружинку, чтобы она оставалась нагартованной. Так, сейчас будем взвешивать основной вес до полировки. 11,17. Не обязательно искать причины, дабы дать мужчине повод для начала, пусть кто-то смотрит.